8 декабря. Ну что, дальше? Ага. 28 декабря. Привезли в больницу нас четверо брат. Три нас. Четвертый. Катя, я, Борис, Иван. А, трое были. А смотри, четыре. А Иван остался, не успел. Его не было, в деревню уехал, его не успел забрать. Он остался. Он потом нас нашел. Ну что, что? Нас привезли в товарный вагон. Местов нет. Нарысы занято было. Печка, железная печка, вся окружена. Окружена была. Как люди окружили, нам места не было, мы возле двери вагоны все четверо лежали. Так, а ты я, мамка, трое, четвертый остался на родине, не успел захватить, один приехал, нас мать нашел. Ну все, куда дальше? Ну привезли, а нас вагон возле двери окружили, мы лежали. Потом мы так дня два были, не знаю. Потом нас в больницу забрали на санях, лошади приехал, нас забрал в больницу. Значит, так, двое, смотри, три, четверо, Борис был, четверо. Один остался на родине, не успел, его не было в деревню, уехал, его не было, он остался. Потом он один приехал, матери. Ну все. И как вы там жили? Как жили? В Сибири, да. Жили мы до 28 декабря, мы все в больнице жили, потому что, куда надо. Ноги отморозили, да, пока потом ехали? Я болела страшно, понос прихватил. Нас из-за меня держали до марта месяца, что ли, начало апреля, вот так, весна была уже. Нас в Зельменку привезли. В Зельменке жили пока. От Зельменки потом на точку. Хутор повезли. Где баран находится. Как назывался хутор? Пятый хутор, что ли. Такой был. Рядом хохлы жили. Деревня. 5 километров. Мы туда ходили. Покупку делали. Магазин нет. Мы туда за покупком ездили на коне, на санях, на коне, коня. А школу пешком ходили. Я ходил пешком 5 километров школы. Школы-то на хуторе нету. Ходил, потом начал зима, пурга, мать все равно встречала, устала нас встречать. Я бросила 3 класс, все, больше не стала. Стала чабани, баранба. Вот так я стала. И все. Черная работа. Ну, больше не стала. Итак, вы там прожили 13 лет, да, прожили там? Кого? 13 лет прожили в Сибири. Да. Сколько лет прожили, не знаю. А 13 лет. Потом мы куда нам? Потом в Калмыкию вы приехали, вернулись. Калмыкию. Мы в Минесинском жили немного. Потом там хутор, как называется. Хутор был, рядом хохлы жили. 5 километров. Туда я
Катя на квартире жила, я Угу. пешком Угу. ходила в школу. Потом вы чабанили там, да, тоже? Ну, Чабанили там. так. Ну, в общем, так было. Потом куда нас? Потом ехать в Минисинск, город был, Красноярск край, говорят. Нам с Минисинска приехали. С Минисинском нас это хутором. Хутро повезли. Квартиры нету, хутор. Рядом хохлы жили. Вот там мы в школу ходили. Катя хоть на квартиру жила, а я пешком ходил. Пешком ходил, ходил, бросил. Третий класс. И все, да? И все. И стало-то чабани. Чудо. Баран пасти. Брат. Старшим был, двое работали. Два братья. Я третья. Я все равно. Баран пасла. Баран пасла. Им надо, они уходят там по делам, меня оставляют, я бараном мучаюсь. Там бывает ветер сильный, они кружат, когда холодно так. А я держу, они едут, в общем, деньги, это, получку получат. Уехали вдвоем, два брата, не оставили. Хорошо, я не пускала. Если она крутится, завораживается, крутится, вот так, далеко не пустил. Они меня искали, нашли плац. О, мы думали, ты ушла с бараном куда-то. Не нашли бы Пурга тогда. была, да? Пурга была. Пруга была сильная, со снегом. Они никак и стоят, вот так кружат, крутят, а я за ним заворачиваю. А сколько вам Заворачиваю. лет было тогда? А? Сколько лет было тогда? Ну, сколько лет? Лет 12 или 11, вот так. Не, я третий класс ходила просто. Баран И пасли так. сколько лет было? 12, наверное. Ясно. Вот так. Понятно. Вот Ну, такие вот так. дела были. А Катя на квартиру устроили. Два братья квартиру устроили. Хохлы на хохлы держали. А я пешком 5 километров выходил. Мать меня провожала, встречала. Бедно замучилась. И пришлось бросать. Что делать? А то бы я училась что-нибудь. Ну, 7 классов мы закончила бы. Не пришлось. Вот так и осталось. Монахом. Баран пасти. Баран даже обдирала. Это. Все научился. Вот так. А братья, сестренка, она никуда не денется. Надеется на меня. А я дура так. Плачу с бараном так. Например, летнее время вот так посев бывает за там. Овес, там пшеница. Туда вообще не выгонишь. Ой, как я мог один край. Зайду, все. Это заворожу, кое-как выгоняла, плакала. Ой, трудно Так намучились, да? было. Везде посев, пшеница, овес там посеяно. А когда осень убирают, тогда хорошо. Просторно, это убраты, овес там, да, пшеница, все убирали. Вот так я мучилась в детстве. Не училась, а работать надо. Мать пенсии не получала. 8 рублей получала, старец Да, я. нет. 8 рублей деньги, что ли? Ужас. А я вот работала, сестра училась, мать старая, я их кормила работать. Я их кормила, оказывается. Мать даже никакой трудовой, родовой нет, пенсии нет. А как будут жить? Вот так мне все пришло. Детство. Все трудность я видел. Сейчас вам сколько лет? А? Сколько лет вам сейчас? Ну да. Вот 83 мая будет. Будет. 3 мая.
Вот один он только архив ты ездил, Да. там справил. Да, нет. Исправили год рождения, а то у нее на год она была 37 младше. года рождения было, оказывается. Ну, все тогда. Ну ладно, всем пока, скажите. Пока.